Всех приветствую, друзья. Huawei Ascend Y330 сегодня у меня. Тач реагирует. Сейчас заменим дисплей. Такой вот толстенький дисплей. Y330. Выключаем телефон. Снимаем винты. Одного винта нету. Походу разбирался телефон. Снимаем рамку. Так, где у нас тут разъем? Давайте проверим дисплей. Так, где у нас тут подключение? Звонок появился, картинка загружается, дисплей в норме, можно менять. Так, ни разу не попадался мне данный смартфон. Пока еще и не знаю, как он снимается со стороны тачскрина, либо со стороны системной платы, скорее всего, со стороны тачскрина. Да, металлический экран защитный. Надо снимать стекло. Немного усложняет задачу, конечно, когда приходится снимать стекло. Включаем фен. Поцарапанное стекло. Убитое, падало. Не знаю, но целое. Вот. Обычно такие стекла во время съема могут запросто треснуть. Даже кажется, это не стекло, это пластик, скорее всего. Потому что, по-моему, он сдувается во время нагревания. Итак, нагрели стекло. Да, это пластик. Вижу, как изгинается. Аккуратно отсоединяем от рамки. Соединяем от рамки. Давайте еще нагреем наверху. Больше 300 градусов температуру не ставьте, дабы не деформировать пластик, тачскрин.
Давайте приведем его немного в порядок после снятия, потому что стоять будем на него же. Не вижу смысла клеить новый. Видите, да, места, где он немного деформировался, можно его подправить. Что можно и удалить. Так, пытаюсь достать дисплей. Я думаю, именно так он достается. Сразу вставляем новый, проверенный. Так. Убираем пыль, которая, возможно, успела сесть. А еще лучше пыль убирать защитным пластиком. Вставляем на место. Тач. Так, системная плата. Динамик, камера. Дисплей, тачскрин. Задняя рамка, телефон. Включаем. Вот у меня осталась какая-то хрень. Вот видите. Желательно ее убрать, конечно. Возьмем пинцет потоньше. След остался. Удаляем ватной палочкой, специальным раствором. Ну, вот как-то так. Старайтесь, чтобы ничего не оставалось. Бывает такое, что залетает все-таки пыль. Такая вот простая замена у нас получилась. Надеюсь, видео будет кому-то полезным. Закручиваем саморезы. Все одинаковые, по-моему. Нет, не все одинаковые. 4 самореза и 2 винта. Всем спасибо за внимание, друзья. Удачи в ремонте. Y330 Huawei Accent. Только что мы поменяли дисплей. До новых встреч.